Отправили дело в суд. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении старшего воспитателя одного из детских лагерей. По версии следствия, в 2007 году мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 5 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Преступление он снимал на видеокамеру, записи оперативники обнаружили на его компьютере. Психолого-психиатрическая комиссия экспертов обнаружила у подозреваемого признаки сексуального расстройства. Сейчас педагог находится под стражей. Дело будет рассматриваться в областном суде. 137 преступлений, более половины раскрыты по горячим следам. Всего полицейские задержали 68 человек, из них 6 находились в розыске. Сотрудники участковых уполномоченных отдела полиции номер 22, управления МВД России по городу Тольятти, у дома на улице Автостроителей задержали нигде не работающего, ранее дважды судимого местного жителя 81 года рождения. У него обнаружено и изъято около 22,5 грамм героина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или переработка наркотических средств». Идет следствие. Нашли, но уже разобранную. Полицейские задержали подозреваемого в автоугоне. По версии следствия, 22-летний безработный мужчина в Сызрани похитил Тойоту красного цвета. Через 3 дня он уже был арестован. За это время он успел вывезти машину в Ульяновскую область. Там ее обнаружили в разукомплектованном состоянии. Сейчас идет следствие. Известно, что подозреваемый был ранее судим за угон. По данным МЧС, в минувшие сутки в области произошло 9 пожаров. Большая часть приходится на жилой сектор. В Самаре от огня пострадала квартира в Кировском районе. Произошло горение домашних вещей на общей площади 1 квадратный метр. К месту пожара прибыли 8 человек личного состава, 3 единицы основной и специальной пожарной техники. Пожар был локализован в 15 часов 8 минут, ликвидирован в 15 часов 10 минут. Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Крупный пожар этой ночью произошел в селе Ягодное Ставропольского района. Горел частный дом на общей площади 400 квадратных метров и ВАЗовская пятерка. С огнем сотрудники МЧС боролись практически час. В тушении принимала участие добровольная пожарная команда.